Друзья, сейчас иду, короче, по улице, сейчас пол первого ночи, и я вот смотрю, блин, за мной кто-то идет. Я не знаю, кто это такой. Я свернул в одну улицу, он за мной пошел, в другую свернул, он тоже за мной. Немножко шаг ускорил. На вид какой-то мужик такой. Высокого роста и такой, наверное, килограмм под 150, бро. Блин, он побежал. Ой, блин, какой-то придурок, блин. Быстрее, быстрее, смотрите. Блин, что это за дебил, блин. Если честно, мне не смешно. Блин, он бежит. Блядь, где-то тропинка. Не знаю, друзья, какой-то придурок. Вроде бы немножко оторвался. Блин, я не знаю, что это такое. Первый раз в жизни такая фигня, чтобы бежал кто-то за мной. Так вот, друзья, бывает. Блин, он опять бежит. Мама. Блин, что за херня? Фу. Блин, ну вон он опять. Все, друзья, в подъезде. У нас тут домофон стоит. Дверь закрыл сразу за собой. Блин, все. Всю дыхалку себе сбил. Thank you.
Все, друзья, я дома. Фу, дверь закрыл. Не знаю, что это было, фигня какая-то. У меня первый раз такое в жизни, чтобы я вот так ночью шел, за ног туда гнался. Блин, не могу отдышаться. Всю духовку себе сбил. Ладно, друзья, всем пока. Увидимся.